Илья, подойди к кому, я маме отправлю, сфотографирую вас. Давай, трындар. На, очки надень еще, очки. Кива. Очки, кшахтава. И давай улыбаемся. Раз, два, три. Ага, ага, менде винич. Мен бисе. Ага, менде винем. Мен бисе. Мен бисе. Мен бисе. Я, Волк Нарма? Сейчас, ага. И что они там делают? Мен немес. Мен немес тоже. Ага, мне не без. О, молодцы, он, агасна помогает стулья таскает. Ой, молодцы. Ай, китита, витай, тай. Ой, тита, тихота, най. Ой, не на не санникай. Ай, пити, витай, кай. Ай, эти. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. А, мне Сымбат Кокейлин. Сымбат? Кім келді? Я Сымбат келіп тұр біреу. Сымбат? Кімсің? Мен қаншыс. Кім бар? Кино пайдам. Мен қапқары ғой чөті. Бақуды бақтада жұмыс еді ғой деймін күннің астында. Иә, қызлады жетіп жатырған ғой, бетін барыс қарай кеткен. Сен бақуды ғой деймін, атырауыскесің ғой деймін, ә? Әлі чемпионскесің ба? No, no chimcat. Африканский принц из Нигерии. Принц дейді? Мен бақуды зебра жейді ғой деймін, ә? Откуда примерно? Сен не? Ипотека, кредит под нас, сен не вообще? Бо, no credit, no credit. А машина че? Oh yeah, Tesla, S-Play Immortal. Tesla? Сымба! Бар давай сам, чекина. Да, все. Родной там барсетку подай-ка, Кельвин. Кельвин будет, черный. Блин, сейчас NFT модно говорят, не хочешь туда закинуться? Да не, я думаю, сейчас родной в UFC же. Почти одна тема, говорят. Заедем ко мне на хату, да, быстро, вот здесь Есентай-Сити. Заедем, переоденусь и пойдем. Знаешь же, где Есентай-Сити? Да-да, знаю. Напротив Есентай-Мола, брат, прям. Да я знаю. Люксовые, люксовые дома, родные. Блин, сегодня солнце прям сильно печет. Сейчас попробую решить вопросик. Только не обещаю я, сильно не обещаю, не надеюсь. Родной, есть 10 лямов, а у тебя? Откуда? Блин, жалко, а? Через часик закинул бы уже. Крутануть просто хотел быстро. Че, закинешь меня до дома? Поехали, конечно, что ты? Ты на чем, кстати? На лупарике. А-а-а. Давай-то. Че? Да я бизнес вызову сейчас. Вот, бля, медиа, не понимаю, вот если у дерева есть сук, то где его сучка? Потолок французский. Басота! Не против, если я пну, а? Ну, пинай? Да. Медиа, смотри, наркоман зареспаунился. Солевые войска ее. А чубер. Конченые. Медиа, вот я на тебя смотрю, да, ты знаешь, на кого похож? Вот в час пике снимался же этот крестакер. Вот на него. Да-да-да. Вот это, вот это. Не шумите здесь. Ох, это этот же, как Джин Тао. Вот так вот. Все, я здесь живу, спасибо за свидание. Все было очень хорошо, классно. Да, тебе понравилось? Да. Может, тебе зайдем в кино посмотрим? Ну, Азамат, мы же только что с кинотеатра. Может, тогда чай попьем? Ну, мы только что же поужинали в ресторане. Я вечно его сиснер сидел, я капец. Блин, я на тебя 53 тысячи потратил. Да лучше бы я сразу на боди пошел. Мне вон, блядь, просто чайка шахарса болоду. Все начнут рисковать. Запарят, пошли чай, да. Че, реально, чай будем пить, что ли, а? Ой, мам, нам еще раз. Да блин, да че не так? Сейчас че не так? Да блин, я все деньги на тебя потратил. Денег нету. Как я сейчас домой? Пешком, что ли, пойду? Дай на благо. Вдруг кто-нибудь отпиздит. Ладно, наказ спят, правда. Блядь. За это Рахмет не говорят, но все-таки Рахмет. Бля, вечно мне такие мужики попадаются. По идее, если Криштиану Роналду нам хотя бы одну зарплату даст, прикинь, сколько бабок это. Сколько бабок это, ёлка. По идее, лям держу в руках, да? И вот эти самокаты в день сколько рубят, ё?
по идее, с каждой тачки, прикинь, по 200 тенге с каждой собери, сколько бабок это. Сколько бабок это. Ты чё? Слышь? Это что такое вот это? Ты с кем там общаешься? Я понял. Ты куда собралась? Я у мамы уже отпросилась, все. Эй, никуда не пойдешь, дома сиди, я сказал. Все. Твои братишки. Она умерла. Вы же договорились. Давай, акыл балас мой, давай, бер. Бер, 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 саган. Пока не порешь. Давай. Познакомься, это братишка мой, родной. Вот второй, который. Привет, тебе привет. Поздоровайся, Татьяна. У джинген сенной, привет тебе. Я алмаен, давай, привет тебе, привет. Привет. Хайда этот. Ильяс, хайда. Что ты там? Давай быстрее, эй! Давай быстрее, иди! Не болда! Ага, да, чхой! Рень, у меня тут один классный эксперимент. Что с там? Кем бы ты замутил из знаменитых актрис? Я тебя люблю, ты чё? Ну, Жен, реально, ну для эксперимента же! Ну, для эксперимента, ну, чисто гипотетически, если... Угу. Ну, Галь Гадот. Угу. Классная актриса, ну, чудо-женщина, которая угу. мне понравилась. Угу. Теперь смотри, что у нас тут получается. Что? 3 дня в неделю угу. я стираю, глажу, убираюсь. Угу. И 3 дня Галь Гадот готовит, убирается, стирает твои носки, кстати. Кстати, завтра ее смена. Можешь передать ей. Так она же не придет, бровка, ты же знаешь. Что... Ну и что? Сам будешь за нее отдавать. А вот смотри, вот с кем бы вот ты, допустим, да, замутила бы... Эй, я на такую фигню не поведу, Шень. Тыри, а чего у вас тут сеть не ловит, а? Да здесь это, комитет стоит. А, да? Ага. Ладно, тогда пойдем в другое место. Да, да, в ту сторону, в ту сторону. Что-то, братан, здесь тоже не ловит, прикинь? А, точно, здесь же министерство же, блин, здесь никогда в жизни ловить не ну, будет. Ну, пойдем тогда в другое место, что-то. Давай, давай. Фу, здесь тоже не ловит. Ай, забыл, здесь же вон прокуратура стоит же. Пойдем в другое место. Ту, здесь тоже не ловит, Тима. Да здесь же ЕНТ сдают, конечно, они ловят. Ту, у вас где-нибудь нормально ловят здесь? Братан, зато у нас здесь в Астане Wi-Fi, во! Сейчас поедем домой, ага. все придумал, поедем домой, подключимся через Wi-Fi. Ага. Если даст бог, конечно, подключимся VPN. Окей, там чистим, Тима. Рекламу переждем, потом через прокси USA, потом позвонишь по WhatsApp, если повезет. Поднимите руки выше. Собак, ой, Игорь, да? Чё шумите? Oh. Спать не даете, на весь, на всю гостиницу шумите. Sorry. Разве так можно? I'm sorry. Okay, no problem. It's gonna take it over, right? Thank you, no problem. Это, брат, в принципе, сильно тихо тоже не надо. I got you. Black life matters, man. I got you. Don't worry. О, красавчик мой, смотри, а, сам раскачивается. 3 годика, смотри, жестким растет. Ой, чё раскачивается? Мой сам на турнике 9 раз подтягивается. Вот, я его на бокс отдам. Ерунда это у тебя. Прикинь, тот раз домой захожу, сын вот это чугунное отопление паровое так раскрыл, голову засунул, всякие вещи, шарот, ультара, женяцки, персилер дал, шарот, прикинь. Ой, это чё? Мой до того жесткий. Он когда горшок писает, он горшок пробивает. Это ерунда. Прикинь, мой сын тот раз паровоз бар, вон этот пластиковый, mm-hmm. сон батарейку салат, все, ну так, вот так, ногтем открыл шуруп, батарейку достал, открусил, едки были там, прикинь, в афиге. Эй, это что? Мой до того жесткий, ему западло сиську сосать, понимаешь? Тот раз домой захожу, жена орёт что-то, кырк пасом, он его так за сиську взял, сваташа, оттуда молоко вот так струю, прям в рот. Эй, бот, члама, бабончик, чё ты? Эй, девочка, не толкайся, отойди! Бери. Сын мой, просто розовое любит.